Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Это у нас телефон Xiaomi Redmi 3S. Вот таким вот образом упакован. Переходничок. Так, здесь у нас список того, что отправлено, и вот такая вот коробочка с телефоном, видим, запечатанную. Так, как-то попробовать его аккуратненько не получится. Вскрываем. Оно, по-моему, уже и вскрыто было. Так, и вот сам наш телефон. Чувствуется прохладный, видимо, металлическая, я уже не помню в описании, металлическая задняя крышка. Сейчас попробуем его включить и посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте здесь у нас книжки, адаптер и кабель. Так, все вроде на месте. Так, данный телефон заказывал на сайте GearBest. Стоимость, я уже точно не помню, какая стоимость. Так, вот Украина. Далее. Пропускаем. Принимаем. Продолжить. Далее. Так, здесь нам предлагают отпечаток пальца поставить. Пропустим этот шаг. Так, и тему выбираем. Окей. Так, вот такой вот телефон сайта GearBest. В принципе, все работает. В общем, кому интересно, заходим на сайт GearBest, заказываем. Доставлен был службой Мист Экспресс. Доставка около месяца заняла. На этом все. Всем спасибо, всем пока.